если мы, так сказать, скажем, что самое сильное действие учеников Рава Кука, если так его оценивать, это создание религиозного сионизма и, скажем, там, поселенческое движение, допустим. Да? Я думаю, что вот это, как бы, поселение в Иудее и Самарии – это сегодня фактор, который глобально влияет на все развитие человечества. То есть поселение в Иудее и Самарии перенаправляют государство Израиль, и вокруг них, вокруг этого перенаправления государства Израиль, на самом деле крутится вся мировая политика, все эти там договора Осло или там не Осло, и конфликты с арабами. Все это фактически, значит, центром всего этого является это поселенческое движение, созданное Равом Куком, учениками Рава Кука. А ученики Ашлага создали вот эти там и центры изучения Каббалы. Я думаю, что здесь там соотношение по влиянию на мир, это там на 3 порядка больше, скажем, да, так сказать, то есть в 1000 раз больше. Вот, поэтому эти вещи, как бы это вот это последствия, они показывают несравнимость учений. Но наша сейчас задача сравнить эти учения по пунктам, в чем они по сути своей отличаются. Значит, есть технические различия, к которым мы сейчас дойдем, но начать надо, наверное, с главного различия. Главное различие – это что такое центральное понятие лежит в Каббале Кука и в Каббале Ашлага. Теперь, значит, самым главным понятием Каббалы Ашлага является понятие давания или влияния, что то же самое, и получения. То есть контакт между двумя, как бы так сказать, сущностями, если так можно выразиться, субъектами, которые могут быть и сферот, или все что угодно, контакт бывает всегда, что одно дает, а другое получает. И из этого и выходит, вот из этого такого подхода выводится вся философия Ашлага. Ну, например, скажем, вот в нижней строчке, да, под таблицей, что если у нас есть понятийный аппарат давания и получения, то после этого сразу следует вывод, что Бог не может получать, а Бог может только давать. Откуда же он, кого же он может получать? Он же сам дает, он только создатель, он не может получать от низших. Теперь. А если Бог не может получать, то человек, который должен прежде всего уподобиться Всевышнему, тоже должен как можно меньше получать. Потому что получение отдаляет человека от Бога. Поэтому, если Бог только дает, а человек получает, то сам факт получения отдаляет творение от Творца или человека от Бога. Понятна логика, да? И поэтому сам факт получения, он плохо. Теперь. А не получать человек не может, потому что творение так устроено по своей сути, что оно только основано на получении. Мы должны получать. Мы свою жизнь не сами себе ее создали, а мы получаем. Жизнь получили, и пропитание получаем, и энергию получаем. Все мы получаем извне. И поэтому мы должны от Бога получать, ну там, духовность, энергию, как хотите назовите, и поскольку мы, или там, физически получать объекты, и кормиться, и поэтому должны получать, и дышать мы должны получать, поэтому мы получаем, и само получение нас от Бога отдаляет. А если мы хотим стать к Богу ближе, то нужно давать. Вот Бог давал, и мы тоже должны давать. Поэтому дальше вся этика строится, как нам сделать так, чтобы поменьше получать и побольше давать. Если мы будем много давать и мало получать, то нам нечего будет давать. И поэтому мы умрем от недостатка получения. Поскольку нам наша жизнь основана на том, что мы получаем, то мы не можем не получать. Поэтому просто переделаться, не буду получать, а буду давать, на следующий момент умираешь, потому что иначе не на чем жить. И поэтому надо построить так, чтобы получать, чтобы давать. То есть самым главным понятием этическим получается альтруизм, то есть желание давать, нежелание получать, и получать только вынуждено, чтобы давать. И вот это вот на одной ноге весь Ашлаг. Понятна логика. То есть, все рассматривается в концепции давания и получения. Как только концепция давания и получения, Бог не может получать, а может только давать,
Следовательно, чтобы приблизиться к Богу, нужно тоже давать. А как давать побольше? Только так, чтобы получать на условии отдавания. То есть все, что ты получаешь только потому, что я не могу иначе без этого отдавать. Поэтому получается, что все получение, оно, как бы так сказать, очищается от греха получения, если так можно выразиться, поскольку целью получения является давание. Вот, я говорю, вот это вот на одной ноге вся кабала шла. Да. Все дальше только техника. Как это делается? Понятно? Отлично. Теперь, Кук, Рав Кук, по своей, с самого начала, именно этот пункт делает иначе. Во-первых, как то, вот, такая идея, что в каждом момент есть кто-то дающий, а кто-то получающий, это рассмотрение человека на уровне физиологии. То есть мы смотрим, вот человек, что такое человек? Вот это такая машина, состоящая из клеток, в ней есть разные физиологические процессы, и любая транзакция в этой системе, это кто-то дает, а кто-то получает. Правильно? Там кровь, там, ты получаешь, в желудок попадает еда, кровь там берет, там нужные эти самые какие-то молекулы, отвозит куда нужно, забирает что нужно, выкидывает. То есть вся вот физиология, она вся состоит из давания и получения. И именно поэтому я даю такую формулировку, что кабала ашлага – это физиология. Это кабала на уровне физиологии. Теперь, как только мы переходим на уровень психология, то само понятие о том, что в любом транзакции кто-то дает, а кто-то получает, является неверным. Когда люди общаются, то получают оба. И вот это самая вещь главная, которая ломает всю концепцию ашлага с самого начала просто, и которую он абсолютно обходит вниманием. Теперь, потому что ашлаг, это есть так выразиться, всякая транзакция – это игра с нулевой суммой, да? То есть кто-то дал, а кто-то получил. А самое главное в исправлении мира – это перестать играть в игру с нулевой суммой. Воспринимать мир на уровне, что оба получают и оба выигрывают. И вся психология стоит именно на этом. Нормальное общение – это не когда один дал, а другой взял, а когда оба получили от самого факта контактирования. Понятно? А если мы говорим, что оба получают от акта контактирования – то мы уходим от понятий «дал» и «взял» и переходим к понятию «диалог», «общение». А как только мы переходим к понятию «общения», тут же теряется идея, что Бог не может получать. Бог не может получать, только если каждая транзакция – это один взял, а другой дал. А если оба получают, то тогда Бог тоже может получать от того же самого общения. Понятно. И поэтому, как только мы переходим из физиологии в психологию, у нас теряется понятие, что Бог не может получать, а наоборот, очень даже может получать. И поэтому принцип имитатор деи, то есть подражание Всевышнему, убирает весь альтруизм. Вовсе не нужно пытаться не получать. Для подобия Богу не нужно пытаться не получать, нужно пытаться получать правильно, со смыслом, с тем, чтобы всем было хорошо при этом получении, что получение это не есть от одного забрали, а другой получил, а наоборот, что оба получают. И это написано в строчке, вот центральный этический принцип, что у Рава Кука это этика развития и полноты жизни, а не этика альтруизма. Такой ашлага. То есть главное, что ценностью становится не отдавание, а наоборот полнота реализации. И тогда и целью становится развитие. И это совершенно другой этический принцип. Абсолютно. Теперь. Как только мы посмотрим на строчка, если такой субъект.
на то, кто является субъектом действия здесь, то мы тут же увидим, что категория ашлага, где главным является отдавание, абсолютно не может функционировать на общенациональном уровне. Она может функционировать только на уровне индивидуума. Как только ты переходишь на уровень общенациональный, идеология, что лучше быть альтруистом и лучше отдать, она совершенно убийственна. Теперь. И поэтому категория ашлага подходит для индивидуумов, но принципиально не подходит для народа. То есть народ не является тем, что ашлаг рассматривает в своей кабале. Теперь. И это соответствует уровню развития народов мира и не соответствует уровню развития еврейского народа.